В Якутске подвели итоги акции «За счастье жить благодарю». С марта по май каждый желающий якутянин мог написать и направить специальную открытку со словами благодарности в адрес медика, который помог ему в трудной жизненной ситуации или следит за состоянием его здоровья на протяжении долгого времени. Всего за 3 месяца жители республики написали и направили более 2000 открыток и сегодня в медиа-центре озвучили имена победителей акции. Лучшим лечебным учреждением регионального значения стала республиканская больница номер 2. Среднеколымская районная больница стала лучшим лечебным учреждением районного значения. Среди городских поликлиник наибольшее признание пациентов получила поликлиника номер 1. А врачом, получившим наибольшее количество благодарностей, стал врач-хирург, заведующий оториноларингологическим отделением республиканской больницы номер 2 Центра экстренной медицинской помощи Иннокентий Александров. В этот день всегда вспоминаю своих учителей. Лебедева Наталья Афанасьевна, Хлопкова Владимира Ивановича, Устроева Гаврила Гавриловича, да, Ефимова Антонина Петровна. Эти те люди, которые привели меня в эту специальность. Большая гордость за свою больницу, за республиканскую больницу номер 2. Лучшую больницу, на мой, по моему мнению, в республике, которая стоит на передовой и спасает тысячи жизней. Да. Ну и спасибо моей семье, да, у меня родители врачи, супруга врач, да, спасибо им за поддержку.